подарок мы придумали. Думаю, всем понравится. О, а что это у вас такое? Это подарок на Новый год Юрию Ивановичу. Здесь живой ящер. Какой ящер? Самый настоящий, живой. Это большая ящерица. Или маленький дракон. А я не верю. Откуда у вас живой дракон? Нам двоюродный дядя его из Африки привез. А папа сказал, отнесите его лучше в школу. Вот мы и решили его подарить Юрию Ивановичу. А можно посмотреть? Можно, только осторожно. Не делайте резких движений, чтобы не спугнуть его. А если спугнете, он на вас набросится и укусит. Может, не надо. Но мы же не собираемся его пугать. Только посмотрим. Ну, смотрите, открываю защелку. Ты куда? В туалет. Я с тобой. Диана, Рома, поздравляем с Новым годом. Спасибо. А это у вас что такое? Это подарок Юрию Ивановичу. Здесь живой ящер. Откуда у вас живой ящер? Вик, ты не знаешь. Пока ты была в гостях у Карины, дядя Миша нам подарил живого ящера. Как интересно. А посмотреть можно? Только осторожно. Смотрите, они хотят девчонок напугать. Диана. Их надо наказать. Я, кажется, даже знаю, как. Юрий Иванович на месте. Действуем. Мы что, попались? Сейчас получите. Ну мы же просто пошутили. Простите нас. Простим, если выполните нашу просьбу. Какую просьбу? Надо поздравить Юрия Ивановича с Новым годом. Мы немного стесняемся, а вам самое то. Да это мы запросто. Легко. Наденьте эти маски. И вручите этот подарок. А теперь отвернитесь, мы вам маски оденем. Подойдете к Юрию Ивановичу и поздравите голосом Деда Мороза. Давайте. Берите подарок. Рома. Директор идет. Бежишь. Что будет? Юрий Иванович. Присаживайтесь. Я... Что происходит? Я ничего не помню. Знаете... Присаживайтесь. Галлюцинации какие-то. Привидения, понимаете? Привидения? Это что, вас так поздравляли? Не знаю. Коробочка какая-то. Сейчас я не помню. А давайте-ка посмотрим. Может, вы вспомните?
Так, с облаком. Да-да-да. Тут дверца какая-то. Да. Новый год, всякие страшилки, привидения. Ой, привидения только в кино бывают. Обнимите за шею. Ой. Может быть, так получится. Да-да-да-да-да-да. Вот так. Да, давайте. Дети, вы как раз вовремя. Помогите поднять Ларису Сергеевну. Давайте, все вместе. Лариса Сергеевна, присаживайтесь. Так, все на места. Что это было? Ну, Рома, Диана, вот от вас я никогда такого не ожидала. Ведь устроить такой, понимаете, страшный розыгрыш, притащить какой-то предмет непонятный. Завтра с родителями в школу. Лариса Сергеевна, но завтра же все встречают Новый год. Ах, да, Новый год. Ну, это же надо было. Вот под самый такой праздник, волшебный. Ну, такую свинью подложить. Лариса Сергеевна, так ведь наступает год свиньи. Угу. Подложить свинью в год свиньи. Забавно получается. Простите нас, Лариса Сергеевна, мы больше не будем. Ой, ну смотрите, у меня шутка, конечно, была злая, но каламбур смешной получился, на всю жизнь запомню. Да-да. Особенно, как Юрий Иванович тут вверх ногами лежал. И как вы, Лариса Сергеевна, тут упали, а мы всем классом вас поднимали. Ну, ладно, на первый раз я вас прощаю. Ну и, конечно же, поздравляю вас всех с Новым годом!